такая большая. Кукла какая здоровая. Сегодня приветствую всех, кто нашел время, присоединился. Сегодня у нас совместная встреча, событие грандиозное, мы продолжаем зиму и встречаем весну. Трек у нас сегодня лайтовый, спокойный, не гоним, но и не притормаживаем. Значит, 27 километров после магазина мы едем сразу до парка. В парке мы распределяемся по вашему желанию, ищем место стоянки. После парка мы едем на плотину Гауссмана и едем к финишу разлив. Думаю, что день сегодня будет у нас запоминающийся и веселый. Всем спасибо еще раз. Давай присаживайся. Раз. Два. Там не то, что просто ориентирована другая. Я понимаю, это не. Она была вообще? Я забыла, что он у меня есть. Все круто. Буквально, может, миллиметра 4 подтянул и порядок. Миллиметр. Че бы янешь? Кого? Машина! Машина!
Уже готовая. Я говорю, уже готовая. Прокатилась. Марья Ивановна. Хорошая, классная. Еда. Главное, еда в этом деле. Погода вот самая вот весенняя. Дождь, грязь, все вот, все как надо. Все прекрасно. Мокро снизу, сверху, да. Сбоку. Все, к чему мы привыкли. Отличное, как мы любим. Что-то, чтобы да. Мокро было сверху, снизу и даже в ногах. Да. Замечательно. Только дождливо немного, но... Тут говорят, погода огонь. Согласитесь? Вообще пламя. Пламя, новое мокрый слово. Сверху и снизу. Огонь. Как говорят голландцы, кожа не промокает. Погода шикарная. Прекрасная погодка. Блины вкусные. Чай вкусный. Блинчик. С удовольствием. И сгущенки-то. Сюда его. Нет, ну таких много можно найти. Жидкости нет для рожика, потому есть туалетная бумага. Туалетной бумагой мы сейчас обложим, еще коры я немножко нарвал березовой. Немножко нет. У нас все нормально. Мы поменяли обувь. Уже сразу видно два приза. Это у нас Елена и Катерина. Где у нас Катерина? Катерина. И сделали нам вот такой праздник. Нет, все набрала. Да, и сейчас мы
провожаем зиму и встречаем весну. Ну, вот, начинаем, друзья. Начинаем. Помогайте, мужики. Не, ну видишь. Так, значит, оптимизирование. Сразу. Я предлагаю, у нас есть два больших сертификата. Это Аленбайк по 2000 номиналов. И второй приз — это перчатки. Перчатки с костяшками для похода. Вау. То есть на выбор. Вот Катя, Лена, вы решаете, кому что удобнее. Значит, с тобой мы с тобой будем состыковываться. Он дополнение. Кстати, они не виртуальные, а другие. Не с краю, не с краю, вот здесь же. Падай! А, он это. Папарацци тут. Ребята, молодцы. Слушайте, Алё, телефон мокнет. Вот сюда, можно поближе встать? Бейсболки до носков.